Давай деревня охотников полетели, да? Да бля, ты деревенский что ли, нахуй? Да. А что снимать будем, брат? Демон пиратских сокровищ. Демон ублюдских пиратских сокровищ, нахуй. Они вообще очень люто голимая акция. Опа, это что за твинок? Опа. Это Ева. Ты Ева? Ева, я любила тебя. Тебя. Твои пластинки слушала я. Так, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Мастер Чу и Стасик. Мы сегодня будем открывать в очередной раз пиратские сокровища, сундуки с пиратскими сокровищами. Здорово, Стас. Здравствуйте, Илья и наши уважаемые подписчики. Процедура открытия такая. Я открываю 800 коробок, после этого Стасян тоже открывает 800 коробок. В конце мы сводим стоимость открытого полученного буста с этих коробок и смотрим, выбираем победителя. Кто окупился лучше, тот и победил. Сегодня у нас по 800 штучек. Может быть, это будет двухсерийная история, не знаю, посмотрим. Ну и, соответственно, я заранее скажу, что эта акция, как по мне, полная Г. Падает очень-очень херово, надеяться я не особо хочу. Это действительно мы просто даем еще дополнительный небольшой шансик этой акции. Стас, ну что, ты видишь... Давай по классике я начинаю, ты готов? Да, стартуем. Ага, Стас скорость, Стас команда, погнали. Так, ну... Стас командос. Нам очень сильно нужен купон на оружие дракона уровень 3. Мы уже несколько видеороликов открываем сундуки и пытаемся выловить эту пуху. Получаем мы, собственно, за это абсолютно ничего. Но на самом деле мы оба раза окупаемся. Но не сейчас с этими сундуками. Но чувствую я, да, что с этими сундуками мы хер окупимся. Очень хотелось бы получить улучшенный брелок Агатиона тоже. Талисман души, артефакт, урон. Так, сверкающая энергия Сайхи. Так, ну мы немножечко сейчас в плюсе идем еще. И сейчас идем в плюсе. Вот полномочия правителя Генезис, я не понимаю, нахера они засунули. Артефакт урона классно, сундук с кольцами дракона третьими классно. Масси восьмая. Кстати, Масси это же... Васси это в Бижу, да? Насколько я помню. Терсики в шмот? Нет? А, Масси в шмот. Нет, Терси же в шмот, нет? А, Терси в шмот, да, а Масси в Бижу. Ну ладно, вот Массию было бы неплохо выловить. Так, что тут у нас? Кристалл души Масси первого уровня, камни рун. Кстати, с этой акции камни рун падают? Да, и причем интересно. Много падает, но лучше бы улучшенные камни рун падали в этой акции. Опаньки! Куб улучшенного красиво. Звездного Агатиона. Красиво, да. 30 лярдов получается у тебя. Почему? Ну да, это тридцатка, и тут сколько-то еще на сдачу. Угу. 30. Мы уже научились считать это дело. Мы уже запомнили цены. Потому что мы уже открывали и поняли, что нихуя не падает. Вот. И ну, слишком слушай, маленький цены на все. Мне очень на самом деле зашло в прошлый раз, потому что я считай. Я Терсик заточил на 10. Улучшенная руна еще упала. Улучшенная руна, да, упала. Но улучшенная руна мне купила все вообще. Я там в конце уже даже считать не стал на ролик. Потому что там 100% мега окуп был. Ну не прям, это что прям X10. Это так медленно открывается, это просто нереально. Так очень это медленно. Мы растягиваем контент, единица контента стает дороже. Получается реально стал скорость, потому что у меня открываться будет в 2 раза быстрее. Да. Кто-то провел успешный синтез. Сайхи уровень 8. Так, просто. Что-то упало. Кристалл рассвета и фипсы. Фипсы, я вообще не понимаю. Я помню, раньше они просто тоннами у меня были. Можешь их на свою елочку повесить. На елочку? На ту самую? Да, на свою. Маленькую сладенькую елочку. Тебя, кстати, захейтили в прошлых видеороликах в комментариях. Сказали мне, ну это уже перебор. Ты читал, да? Я не читал. Говорят, он слишком хорош для этого контента. Я знаю. Спасибо. Это, говорит, Лису слушать невозможно, он говорит, слишком хорош.
Вы слышите, да, эту тишину? Это Стас пошел читать комментарии ваши. Не, я ничего не читаю. Поэтому, друзья, заходим в комментарии и пишем, что вы думаете вообще по поводу этого контента. Спасибо. Ну, вообще, да, что-то как-то приуныли мы пока что прям совсем. Ну, как бы я думаю, что с этих сундуков это нормальный дроп, на самом деле. Ну, для этих сундуков, видимо, да, потому что это прям совсем люто сундуки говна. Вот тут не пиратское сокровище должно быть, а... Ну-ка, сгенерируй слово рандомное. Пиратское сокровище, короче, да. Да. Ты можешь сделать название на ролике. Пиратское сокровище? Открытие. Ночное открытие пиратских сундуков. Да, и мне вечером такой пилип-пилип-пилип-пилип. Я такой, алло? Мне такие, хуй по лбу не дало, это иного. Скажет, добрый вечер, Илья. Я диспетчер. Что-то у вас на канале пошло. Бля, вот это говно маг умений. Ну, я не знаю, сколько он стоит. В смысле? Это 60 миллиардов. Больше, мне кажется. Не-не, ну в акцию где-то 50... В хорошую акцию, где они падают. Слушай, я смотрел. 50-70. И маг умений обычно по... Вне акций по 80-100, где-то так. Но это окуп, это прям 100% окуп, это вообще жир. Ну, тебе фартануло, базару нет. Он с такой скоростью открывания, думаю, поэтому тебе фартит. Это значит... Просто медленнее, тебе никто не открывает этот сервер. Опаньки. Красиво. Да, медленнее тебе никто не открывает тут, только ты. Ты думаешь, да? Я знаю. Это скорость коннекта, короче, Стас. Это вот прям 100% скорость коннекта. Да, у меня VPN включен надо... У своего интернета сейчас попробую отрезать, чтобы скорость убавить. Нет, ты знаешь, это есть вот эти предположения, как они называются, когда загнут провод, провод может сломаться и сигнал будет идти дольше. Ты просто от роутера, короче, патчкорд 100-метровый воткни в комп. Не, я просто подцеплю Wi-Fi и выкину его с балкона, чтобы скорость была. Я опускаю его постепенно. Так, ну чё, давай смотреть. Сверкающая энергия Сайхи, одна штука, два кубика. Можно у меня 100% окуп, да, можно даже не считать, но я пролистну вот это быстрое дело, чтобы потом, возможно, свести табличку. Вдруг тебе тоже сильно заедет как-нибудь, и там будут вообще мысли, кто же штоп. Так, ну давай интригу сохранять, я кубики пока не открываю, энергию пока не точу. А что мне там еще упало, я не забыл. А, арт. Арт пускай лежит. Ну, все, давай переключаемся на тебя теперь. Твоя очередь открывать. Ну, давай попробуем. Я просто знаю, что с моей скоростью такого не будет. Я верю в тебя, Стас. Пуха дракона третьего уровня в студию. Блин, ты хотя бы ракурс нормальный выбери, да, окошко куда-нибудь, чтобы персонажи красиво. Во, горный климат, там вот огниво сзади, пердак горит, там вот это все. Все так нормально пойдет? Красиво? Да, давай, давай, точно, давай. Точно, давай. Давай, давай, давай. Давай, Let's давай, go, давай, я верю в тебя, давай. Сейчас сразу, смотри, сейчас лут полетит, сразу. А прикинь, за 800 коробок ни разу не высветишься на весь серф, это будет вообще фиаско. У меня так было. Ты серьезно? За 800 коробок ни разу? Да. Ё-моё. Так, ой ты ж тварь, ты ж, а? Хорошо, это хорошо. Это прям очень хорошо. Ну это уже вот это меня радует хотя бы на первых 100 коробок. На первой сотке. Ой, еще один. И ты на хуй. Два терсика восьмого уровня, ты че поелся с утра, признавайся. Признавайся, что ты с утра ел, как бы. Говорят, что говна. Не-не-не. Я сегодня с утра кушал кашку. Манную? В чем секрет? Нет. Рисовую. Рисовую? Фу, блин. Она мне придала силу самурая, нахуй. Слышишь, образ мрази чистого вообще. У меня аж картинка сбилась по перевозбуждению. Да, да. Ты пролистни трофеи вниз, посмотри, там может что-то тоже притаилось. Нет, тут ничего не притаилось. Тут шляпа. Шляпа шляпная. Угу.
Ну смотри, вот, еще один суд. Иди ты на... Ты че, вообще больной, что ли, сука? Какого хри... Ты вообще... Ты вот ты сейчас, вообще... смотри, ты готов? Ты сейчас готов к третьему кольцу дракона? Вот сейчас оно будет, смотри. Третье кольцо дракона? Да, плюс третье кольцо дракона. На плюс третье пушки дракона не надеюсь, но на плюс третье кольцо дракона я верю. Да, мне кажется, челы вообще не поверят, скажут, это все, короче, нарисовано. Как вообще может три перси подряд одному человеку упасть с одного опенинга? Это че вообще за говно? Сам в шоке, на самом деле. Серьезно, че это? А сколько трэш стоит один? О! Здравствуйте. Вот как раз этим итемом и апается Сайха. Ну, или продается на рынок там за порядка 8 миллиардов. Да, да, вот эти. Там, кстати, шансы довольно неплохие. У меня, по-моему, уже четвертая или пятая Сайха вот эта улучшенная. Хорош. Хорош. Ты мутант, получается. Слушай, мутант, ну тут, кажись, придется уже точно считать, чтобы понять, кто победит. Сейчас на этих словах хлоп и купон на оружие дракона третьего уровня. И Стас просто выходит из Дискорда молча. Ваш стрим прекращается на этом. В Дискорде. Ну, вполне такое может быть, на самом деле, да. Чистый минуты звонок на телефон, а там просто гудки сброса черного списка. Не, ну три терсика это вообще лютый рандом. Как? Я не знаю. Подряд. Мне повезло просто. Тебе повезло, да. Это прям точно. Тебе повезло. Ну а так тут. Ну, ничего сверхъестественного. В принципе, да. Ну, книжки. Камушки, свинки. Свинки? Но Ашилен, это ж свинка. Ты на картинку посмотри. Вот. Свинья свиньей. Ты что сделал? Свинка. Все кончилось. Они у тебя закончились? Так я тебе говорю, у меня быстро. Скорострел. Давай прокручивай трофеи в самый верх. Угу. И теперь вниз. Так же медленно. Все, делай медленно, брат. Все, отлично. Вот так вот. Так, ну и давайте подводить итоги. Итоги итожные. Итоги итожные у нас такие. Подожди, Илья, подожди, остановись. Открой сначала еще своего Агатиона. Что тебе выпадет? А, да, точно, я забыл. Мы еще должны открыть кубики. Давайте посмотрим, что за кубики. Короче, вангую, что здесь будет один Козерог и один Скорпион. Чекайте. Хоп! И два кубика, а у тебя два кубика. Стрелец. Оп. Дело. Говно, говно. Оба Агатиона говна, по большому счету. А что нет для сочетания? Может, мне какой-то подойдет, я куплю его. Один на шанс крит атак для обычных атак, плюс 100. Второй скорость атаки. Ну, типа, они голимы, они вообще ни на какой класс. Не, они мне такие не нужны, да. Спасибо. К сожалению, нет. Так, давай попробуем улучшенный Италик Сайхи на 5 сделать. Какой там шанс у меня уже? 25%, 1 к 4. Слушай, шанс 40% синтезнуть на второй левел Сайхи. Не знаю, есть ли смысл? Там не сильно меняется. Там добавляется мощность умений на 1%, по-моему, с каждой заточкой. Что-то типа того. Время перезарядки умений не увеличивается, но немножко броньки накидывается, и активные умения по левелам усиляются. Ладно, ну, покупим их пока не будем. Давай, делать. я попробую. А у тебя есть они? Раз, два, три. Энергия самоцвета, гори! Так, ладно, хорошо. Это мы на себя нацепляем, это дело мы продадим. Итак, друзья, вот такой получился результат. Я обошел Стасика, если все продать, что нам выпало, на 58 миллиардов адены. Соответственно, это цены Элькарди. Кому интересно, данная табличка будет прикреплена к описанию данного видеоролика и в закрепленное сообщение. Так, ну, друзья, первая часть данного видео закончилась. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Не забывайте, что в описании имеется реферальная ссылочка, пройдя по которой вы можете получить дополнительные бонусы и стартануть успешный старт на своем персонаже. Успешный успех. С вами был я, Мастер Чу, и Стасик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.